Привет, друзья. Вчера появился новый классный проект, называется Dub Double. Это игра, с помощью которой можно довольно легко и безопасно увеличить ваш депозит. Погнали смотреть подробнее. Итак, Dub Double — это новое приложение в сети Tron, которое стартовало вчера вечером. Кстати, подписывайтесь в наш телеграм-чат по ссылке в описании, потому что вчера я говорил об этой игре еще за 45 минут до старта, и там какие-то еще инсайды всегда появляются. Но, тем не менее, в данном проекте не обязательно было заходить на старте, это мало на что повлияло бы, и сейчас она все равно находится на раннем старте, и я думаю, мы сможем на ней хорошо заработать. Суть игры проста, как и все гениальное, мы делаем вклад, из которого 75% уходит к нам на баланс, а 25% они распиливаются на дивиденды, на рефералку, на призовой фонд и на оплату разработчикам. И эти 75% нашего депозита один раз в сутки у нас есть возможность удвоить. Удвоить мы их можем, крутанув колесо. Шанс удвоения составляет 10%, что является очень высоким шансом. Я подозреваю, что, крутя колесо в течение месяца, у нас почти гарантированный шанс удвоения нашего вклада. Сама игра долгосрочная, поэтому, конечно, не надейтесь сразу забрать свой вклад, а наберите терпения. Но еще раз напоминаю, шанс удвоить составляет 10% каждый день, и это круто. Игра работает на смарт-контракте, в котором прописан механизм рандома и на который разработчики повлиять уже не могут. Поэтому в теории у всех равные шансы удвоить свой депозит. Естественно, чем тут будет больше игроков, тем проще будет выиграть. И плюс сейчас призовой фонд формируется из 10% комиссии, но вскоре возможности платформы будут расширены и с новых игр будут поступать дополнительные средства на выигрыш. И, соответственно, больше людей сможет выиграть. Мы сейчас находимся на самом старте. Я думаю, что уже в ближайшие дни или часы вы увидите очень много рекламы. Например, сейчас вы ее смотрите. А также увидите много рекламы на всех допродарах и прочих ресурсах, так как проект действительно классный. Мне вот редко в последнее время нравятся дапсы, но этот точно заслуживает внимания. Для участия в этой игре нам нужно установленное расширение к браузеру TronLink. Дальше мы вводим сумму, которую мы хотим вложить, и указываем при желании маржу. Используя маржу, можно увеличить величину своего потенциального выигрыша до x8. Снять средства можно в любое время. Сейчас я вам покажу это. Нажимаем депозит. Вот наши средства зачислены, у нас появилось это колесо. И, как я сказал, снять средства можно в любое время, но тогда мы заберем лишь 75% от нашего депозита. То есть я положил сейчас 1000 трона. Снять могу 748. Чтобы удвоить его, нам нужно накопить дивиденды, которые превысят или будут равны нашему вкладу. Тогда мы получим x2. Имейте в виду, что если вы делали вклад с маржой, копить проценты вам придется дольше. Вот эти дивиденды начисляются со всех игроков, которые вошли или вышли из игры позже нас. Но будьте аккуратны, не нажимайте кнопку вывода, если еще не достигли x2 по процентам. Я вчера ее случайно нажал и забрал только 75% от своего вклада. И, в общем, третий, самый простой и основной вариант заработка – это ежедневно крутить колесо и ждать, пока нам выпадет удвоение. Нажимаем. Подтверждаем. Я обновил страничку, но, к сожалению, мне не повезло, мой вклад пока не удвоился. Но все равно игра очень крутая, в теории рано или поздно вы получите удвоение, крутя это колесо. И лайфхак напоследок. Разбивайте свой депозит на несколько частей, тогда вы сможете крутить колесо не с одного, а, я не знаю, со 100 аккаунтов ежедневно. Так будет интереснее. Я, например, сейчас еще с 9 аккаунтов закину по 1000 трона, и у меня будет 10 вращений в день. О результатах я напишу в телеграм-чате по ссылке в описании. На этом все. Спасибо за просмотр.